Сейчас у Тимура уже получается поправить на месте. Вот, ему это доставляет большое удовольствие, он радуется, он всегда уже позитивно настроен, у него всегда хорошее настроение. Вот, рядом с ним находиться одно удовольствие, и общаться с ним очень приятно. Вот он такой открытый, светлый ребенок. Еще он очень любит петь у нас и поет песни уже не по две строчки из каждой песенки, а уже может из некоторых песен спеть по куплету. А есть несколько песен, которые он знает уже от начала и до конца. Вот, он их поет и поет, ну, как бы уже не тихо, как раньше, а уже, ну, так громко. Это очень, очень радует. Мы благодарны. Спасибо вам огромное за то, что вы с нами работаете, за то, что вы нам даете такие успехи нашему ребенку, за то, что вы его развиваете. Вот. Спасибо вам огромное, это неоценимо для нас. Мы вам очень благодарны. Не только мы, родители, но и все наши дедушки, бабушки. Спасибо вам огромное. Спасибо за вашу работу, за ваш труд. Дай Бог вам здоровья и долгих-долгих лет. Спасибо.